Ой. Ну как вот ее, она вон за айсбергом там что творит. А там нет этого пенечка. Она пытается, видно, залезть там на айсберг. А, я туда пошла, она, вот она. Вокруг. Сергей еще не ушел, так же снимается. Ну, да что он передумал, пошел опять вернулся. Такие кости. Кошмар. Хребты. От коровы. Зайцы такой. Да я не думаю, что зайцы, это от коровы, наверное. Что бы за техника? Я так и не посмотрела в интернете, господи. У меня ж нет это все. Покушать некогда. Я суп варю третий день. Как, блин, сделал, стоит. Или четвертый, я уже забыл. Скоро уже, да, выбрасывать надо. Некогда заправить даже. И смех, и грех. Вон что. Льдинки, ничего себе, лед кусает. О, ну ты даешь, подруга. Аж хрустит. С той стороны, видно, все пообломало. Плыла дальше. Пингвины, интересно, плавают, нет, сюда. А, ничего себе. Полный движонка. Льдинки он отрывает, оторвала льдинку от этих. И играет с ним. В зубах держит. Сейчас здесь будет отрывать. Ничего себе, как она извертелась, а я даже нет, не сняла ее. Как она дугой прыгнула. Туда нельзя. Сейчас охранник он там выйдет. Косточка лежит. Что у меня руки замерзли уже. И в перчатках.
Надо тут тропики греться. Думаю, совсем горело специально. Не-не-не. Короче, по руке не мерзли. Ну дальше все время держать специально. Конечно, замер. Ну, это можно без конца стоять. Надо сейчас раз и уйти. Все, хватит.